С новостями спорта Александр Шариков. Здравствуйте. И сначала о волейболе европейского масштаба. В первом матче 1/32 финала Кубка вызова Юракадемия принимала сегодня австрийский Амштеттен. Игра вышла на загляденье и продолжалась больше 2 часов. Для определения победителя соперники затратили 4 партии. Сильнее оказались австрийцы. Ответный поединок состоится через неделю. На стадионе «Металлист» давали матч группового раунда женской футбольной лиги чемпионов. Встречались «Жилстрой-1» и исландский «Брейдаблик». К очному противостоянию команды подошли налегке, без набранных очков. Практически с равными шансами они отыграли и первый тайм. Починали більше оглядаючись назад, тобто, хоча спереді були непогані в нас можливості, де ми могли забивати і виходити вперед. Вот, а в другом тайме уже, я думаю, такой більш відкритий футбол пішов. Сразу после перерыва соперники обменялись перспективными моментами, однако извлечь из них выгоду не смогли. После этого харьковские футболистки прочно захватили инициативу, и порой штрафной 18-кратного чемпиона Исландии становилось жарко. Но постоянное давление не всегда паралич. Игра так и завершилась с мирными нулями на табло, которые позволили «Жилстрой-1» добыть первый в истории украинского футбола балл в групповом турнире женской лиги чемпионов. В принципе, команда равная, но между собой. Я считаю, что у нас все-таки было больше моментов забить, чем у девочек с Исландии. Ну, они зашли все в раздевалку, все такие грустные, какие сначала все расстроенные, потому что, ну, если бы нам, наверное, до игры сказали, что мы сыграем там ничего, то мы, наверное, еще такие там были бы рады. А когда вот так уже игра прошла, да, и мы понимаем, что могли забить и выиграть, то есть немножко осадок, естественно. Никуда без этого не деться. 18 ноября «Жилстрой-1» и «Брейдаблик» сразятся в Исландии. После харьковского матча они занимают в группе «Б» 3-е и 4-е места соответственно. Лидирует с 3 победами «Пари Сен-Жермен». На 2-й позиции следует мадридский «Реал», в активе которого 6 очков. В спорте надо жить ярко, как, например, многолетний лидер женской сборной Украины по маунтинбайку, участница летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Ирина Попова, которая была признана лучшей спортсменкой Харьковской области по итогам сентября. Победу в ежемесячном конкурсе «Спортивная звезда слобожанщины» ей принесло успешное выступление на чемпионате мира в австрийском Граце, где Ирина выиграла бронзу в гонке «Элиминатор». Что многие спортсмены на это заслуживают, и каждый спортсмен старается, хоть там он чего-то не добивается, но каждый усилий прикладывает максимально большое количество для того, чтобы чего-то достигнуть. Поэтому это всегда очень приятно. Ты понимаешь, что люди смотрят тебя, болеют, там, желают тебе успехов, помогают, как-то выделяют тебя, чтобы был стимул дальше идти. Лучшей спортсменкой области Попова стала во 2-й раз. 2-ю звезду получил и личный тренер Ирины Роман Коробов, который привел ее к 2 победам на чемпионатах Европы, серебряной и бронзовой медалям чемпионатов мира, а в нынешнем сезоне еще и континентальной бронзе. Отобраться на Токийскую Олимпиаду не удалось. На Токио было очень сложно еще из-за ковида. Естественно, нам просто физически остановили нас, не дали 3 месяца добирать очки. Плюс Ира потом заболела, когда включили какие-то гонки, которые входили в рейтинг. И мы просто с 7-го места отступили на 9-е. За счет этого мы лицензию как бы не взяли еще одну. Но надеюсь, что на следующую Олимпиаду мы все-таки будем на высоте и сделаем все то, что мы должны сделать. Спортивная звезда слабожанщины – совместный проект регионального отделения НОК Украины и областного управления по делам молодежи и спорта. Хорошей традицией становится и чествование лучших спортсменов и тренеров в Харьковском дипломатическом клубе. Наше завдання – створити умови для того, щоб спортсмени, тренерські команди були відзначені, щоб ми залучили до цього громадськість. І ми бачимо результати, що коли є достатня інформації, коли про наших спортсменів знають, то більше з'являється людей, меценатів, які допомагають їм. І тоді їх шлях до успіху стає коротшим, ефективнішим і якіснішим. Председатель отделения НОК Украины в Харьковской области Виктор Христоев объявил, что лучшими спортсменами октября признаны Айдер Абдураимов и Вероника Накоте, победители молодежного чемпионата Европы по боксу.
шпаги звон, как звон медали. Андрей Деркач стал бронзовым призером 14-го международного турнира памяти заслуженного тренера Украины Леонида Авербаха. 19-летний харьковчанин занял третье место в личных баталиях. В полуфинальной дуэли Деркач уступил 7 уколов будущему победителю соревнований, обладателю олимпийской бронзы Игорю Рейзлину из Киева 8-15. Всего в мемориале Авербаха участвовали 150 шпажистов из Японии, Азербайджана, Индии, Казахстана и Украины. О юных грациях расскажет Алексей Заржицкий. В комплексной детско-юношеской спортивной школе «Восток» завершился 17-й фестиваль художественной гимнастики «Юные грации». Он традиционно проводится при поддержке Харьковского городского совета и является одним из самых масштабных соревнований в Украине. В нынешнем турнире участвовали около 400 спортсменок, а одной из его приоритетных задач была помощь харьковской гимнастке Дарье Купец, которой требуется срочная операция за рубежом. Самое основное – это то, что мы делаем все от души, обстановка добра. Вот на этом турнире еще одна фишка какая, тоже, наверное, самая основная. Дарина Купец всем сделала значки и назвала их «Шлях добра». И написано «Я добродейник». То есть все дети приобщаются к добру и понимают, мы учим их пониманию тому, что спортсмены – это необычные люди, что они должны помогать более слабым, нуждающимся, не обязательно деньгами, не обязательно быть богатым. Главное быть богатым душой, щедрым и добрым. Памятные призы и подарки, как всегда, получили все участницы фестиваля. Наибольшее число наград завоевали воспитанницы КДЮ США «Восток», спортивной школы номер 16, школы художественной гимнастики, а также гимнастки из Полтавы. В соревнованиях по программе мастеров спорта хозяйки соревнования одержали 4 победы. Милана Бессмертная выиграла упражнение с мячом и лентой. Ника Нерух показала лучший результат в упражнениях с обручем, Яна Крикливенко с булавами. Кстати, на фестивале она получила удостоверение мастера спорта Украины. Поставила цель выполнить мастера спорта. Для этого мне понадобилось очень долгие тренировки. Много труда, сил, наставления от тренеров. Вот. Ну и достигла своей цели на чемпионате Украины. Начала работать тренером. Вот, пока цели вывести детей на какие-то определенные результаты. Ярослава Зайченко, представляющая 16-ю ДЮ США, первенствовала в упражнениях со скакалкой. Среди кандидатов в мастера спорта особо отличились Дарья Багла и Виталина Афанасьева, которая не было равных в упражнении с мячом. Когда была маленькая, смотрела по телевизору Олимпийские игры. Очень нравилось, когда девочки выступали с лентой. И как-то мама спросила, хочешь пойти? Меня отвели. И мне очень понравилось, и мы продолжали ходить. Хочу стать мастером спорта и тренировать детей, как наш тренер на Востоке, в нашей школе. Чемпионат Украины по художественной гимнастике состоится в начале декабря в Ужгороде. В 10-м туре футзальной экстралиги Украины «Вива Кап» принимал «Ураган» из Ивано-Франковска. Дебют остался за харьковской командой. На 5-й минуте Владислав Маспан открыл счет. В дальнейшем игра проходила на встречных курсах, однако долгое время соперники не могли реализовать свои моменты. Лишь за полторы минуты до перерыва действующему чемпиону страны удалась быстрая контратака, которую завершил Михаил Грицина. В начале второго тайма в центре внимания оказался Николай Грицина. Универсал «Урагана», удачно сыграв на добивании, вывел гостей вперед. До финальной сирены оставалось еще много времени, но забитых мячей зрители больше не увидели. 1-2 – это четвертое поражение «Вива Кап» в чемпионате. В таблице харьковчане остались на 4-й позиции, но их отставание от следующего третьего «Урагана» возросло до 10 пунктов. Вот такие сегодня известия. Ничего лишнего, только спорт. Спасибо за внимание, успехов вам и до встречи.